14 видов колбас, сосиски, пельмени. У Вадима Когана весь товар собственного производства. Фермерское хозяйство развивает уже 9 лет. Говорит, в его продукции никаких консервантов, только мясо и специи. На ярмарке за домашними колбасами выстраивается очередь. Приходит много, берут детям. У меня есть сосиски из кролика, есть сосиски из телятины. Берут маленьким детям, берут люди, которые ставят аллергии, кролик, потому что самое диетическое мясо. Есть ветчина из мяса кролика, пельмени есть из кролика. У меня полный цикл от производства сырья, от производства мяса до конечного продукта. Сегодня на ярмарке выставки в Октябрьском районе около двух десятков предпринимателей со всех уголков губернии. Фермеры торгуют перед зданием районной администрации с раннего утра. Мы, как власть районная, конечно, договариваясь с фермерами, говорим, чтобы цены должны быть реальные для населения. Они не должны превышать те цены, которые есть в торговой сети. И нам бы очень хотелось, чтобы они были значительно ниже, чем на рынках. Для предпринимателей это бесплатное мероприятия, они не платят ни за место, они не платят никаких арендных плат. Здесь собраны именно товаропроизводители, здесь нет ни одного перекупщика товаров. Здесь человек, если сам производит, то он сам приехал продавать. Такие ярмарки проходят в Октябрьском районе регулярно, и это уже пятое. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, события.